Будущее уже здесь. Ваши цифровые клоны стали доступнее. Умное кольцо с функциями фитнес-браслета. Уличная мода и современные технологии встретились в ноутбуке. Пиццерия Domino's создала велосипед со встроенной печкой. Всем привет, друзья! С вами Яр Качер, это Asus Live, новости IT, технологии, железо и, конечно же, самая актуальная и свежая информация про наши инновационные продукты. Всем приятного просмотра, погнали! Научная фантастика становится реальностью благодаря Eternity AC, стартапу, предлагающему цифровое клонирование. Эта новаторская идея обещает преодолеть физические ограничения с помощью доступного искусственного интеллекта, создавая цифровых клонов, которые внешне, мысленно и в общении идентичны самому человеку. Возможности и применения — это сохранение уникальности. Eternity AC предоставляет возможность сохранить внешность, мысли, опыт и воспоминания через трехэтапный процесс. Взаимодействие с предшественниками позволяет будущим поколениям взаимодействовать с прошлыми поколениями, сохраняя их уникальные черты и опыт. Интеракция с общественными деятелями. Фанаты и последователи могут взаимодействовать с цифровыми версиями своих любимых общественных личностей. Каков же процесс создания цифрового клона? Первое. Запись мыслей. Пользователи делятся своим опытом, записывая ответы на вопросы на одном из 6 поддерживаемых языков. Второе. Создание 3D-аватара. Загрузка селфи позволяет создать реалистичный 3D-аватар. И третий этап — загрузка клона. Личный клон сохраняется в облаке и доступен для общего использования. Пользователи могут также сохранять клон на USB-накопителе. Eternity AC предоставляет два плана. Бесплатный доступ. Базовые клоны можно создавать бесплатно. И платный план плюс. За $20 пользователь получает неограниченные настройки и возможность вести разговоры с клоном. Важные аспекты. Соблюдение GDPR. Eternity AC соответствует требованиям GDPR и уважает право на забвение. Безопасность данных. Конфиденциальная информация хранится в зашифрованных базах данных в соответствии с лучшими практиками отрасли. И, конечно же, конфиденциальность. Подробности доступны в политике конфиденциальности, опубликованной на сайте. Регистрация пользователей уже открыта. Желающим погрузиться в мир цифрового бессмертия предлагается создать свой клон на Eternity AC. Умные кольца — не редкость. Например, есть от компании Oura, оказавшиеся не очень полезным гаджетом. Оно вроде как умело замерять температуру и уровень стресса. А есть новинка — Omate Ice Ring, которая выглядит гораздо понятнее и обладает гораздо большим количеством функций. Во-первых, кольцо отслеживает шаги, пройденное расстояние, ваш сон, ЧСС, кислород в крови, уровень стресса и следит за артериальным давлением. Во-вторых, есть 24 типа тренировок, 5 из которых используют GPS. И все это в форм-факторе кольца. Вес менее 3 граммов, сделаны из титана, толщина кольца 3 мм, IP68, 5 атмосфер, Bluetooth 5.1 и порядка 5 дней работы от одного заряда аккумулятора на 20 мАч. Продается кольцо в Европе, где за него просят 199 евро в любом из 3 цветов. В черном, серебряном и золотом. Кольцо доступно в 6 размерах, самый маленький из которых 16,5. Друзья, сегодня я расскажу вам про ноутбук, в котором встретились современные технологии и уличная мода. Встречайте Asus VivoBook S15 OLED Babe Edition. Этот ноутбук стал плодом сотрудничества компании Asus с известнейшей маркой одежды Amazing Ape, или коротко Babe. Культовый камуфляжный узор и изображение персонажа Baby Milo, разработанный эксклюзивно для этой коллаборации, украшают не только сам ноутбук, но и его аксессуары. VivoBook S15 OLED Babe Edition оснащается высококачественным OLED-дисплеем Nano Edge с разрешением 2.8K, соотношением сторон 16:9, частотой обновления 120 Гц, широкими углами обзора, яркостью 600 кандел на квадратный метр, цветовым охватом 100% DCI-P3 и ультратонкой рамкой. Относительный размер экрана составляет 86%. Он гарантирует качественное изображение в любых приложениях и рабочих, и развлекательных. Этот тонкий и легкий ноутбук — настоящий дизайнерский шедевр, все детали которого доведены до совершенства. Металлическая крышка покрыта линейным камуфляжным узором, выполненным с помощью фотохимического травления, и украшена переливающейся на свету табличкой с логотипом, сделанной из нержавеющей стали.
Вообще, для оформления ноутбука и его аксессуаров были применены передовые методы печати. Но совершенство дизайна проявляется не только во внешнем виде устройства. Эргономичная клавиатура Asus Ergosense обеспечит комфорт для рук, а раскрывающийся на 180 градусов дисплей – удобство использования в любой ситуации. Процессор Intel Core 13 поколения в сочетании с оперативной памятью объемом 16 ГБ – залог высокой производительности в любых приложениях и рабочих, и развлекательных. Vivobook S15 OLED Babe Edition не оставит вас без внимания окружающих. Вы можете проявлять свой стиль с помощью аксессуаров, одновременно модных и функциональных. Так, в комплекте к ноутбуку вы получите сумку для переноски, которая раскрывается на 180 градусов, а также мышку, которую можно персонализировать. И, конечно же, стильную лимитированную фигурку Baby Milo. Удивляйте мир вместе с динамичным Vivobook, выполненным в ярком дизайне Babe. Более подробную информацию о ноутбуке Vivobook S15 OLED Babe Edition вы можете узнать в нашем отдельном обзоре или же на нашем сайте. Друзья, я хочу напомнить вам про нашу акцию «Черная пятница» с Asus и Яндекс.Практикум в Казахстане. Мы дарим мышь Asus ProArt и скидку 15% на курсы Яндекс.Практикума за покупку устройств Asus, ноутбуков, материнских плат, видеокарт и мониторов. Точный перечень устройств доступен на промо-сайте asus.events/yandex. Практикум — это сервис онлайн-образования, где реально освоить востребованную цифровую профессию, а затем найти стабильную работу. Программирование, анализ данных, дизайн, маркетинг, менеджмент — выберите, что вам по душе, а команда сервиса поможет прийти к цели быстрее. А еще ты можешь начать учиться бесплатно. Мы вместе с Практикумом разыгрываем целый курс. Пройди первую тему бесплатной части, определи свое направление, и, возможно, именно этот курс станет твоим. Подробные условия конкурса доступны на промо-странице. Не упусти свой шанс погрузиться в мир новых навыков и стильных гаджетов с Яндекс.Практикумом и Asus. А вас тоже раздражает, когда пицца приезжает к дому уже остывшей? Тогда посмотрите, как одна известная сеть пиццерий решила насущную проблему. Пиццерия Domino's представила Domino's DXB – электрический велосипед со встроенной печкой. Взгляните на гениальное изобретение. Это зимний вариант велосипедов, предназначенный для курьеров. Сзади встроена большая печка со стильной подсветкой. Квадратная форма позволяет идеально разместить несколько пицц одновременно. Устройство питается от аккумулятора велосипеда и подогревает блюдо до 68 градусов по Цельсию во время поездки, чтобы пицца точно доехала к заказчику горячей. Domino's утверждает, что благодаря чудо-велосипеду пицца окажется у вашей двери точно такой же, какой она была бы в момент снятия с печи. В одну духовку влезает до 10 кг пиццы. Была разработана особая конструкция, благодаря которой печка не трясется во время поездок и не портит еду. Также Domino's представила скутер со встроенной печкой. Сама печка никак не отличается от той, что установлена в велосипед. Этот необычный транспорт компания планирует запустить в странах Азии и Австралии. На сегодня это все. Я с вами не прощаюсь. Говорю до новых встреч. Спасибо за просмотр. С вами был Яркачер. Это Asus Live. Следите за нашими новостями. Будьте с нами. Пока!